Новогодняя акция, которую приготовила для тверичан и гостей города клиника Оригитея, продолжается и по окончании всех праздников. За символическую плату можно посетить сеанс иглотерапии, который проводится по легендарным китайским методикам. Таким образом, благодаря акупунктуре можно избавиться от достаточно многих заболеваний. Под Новый год подарок приготовила для тверичан и гостей города клиника Оригитея. За символическую плату там теперь можно посетить сеанс иглотерапии, который проводится по легендарным китайским методикам. Благодаря акупунктуре можно избавиться от тех заболеваний, при которых традиционная медицина бессильна. Дочь Елены Ивановой уже пару лет страдает от гидронефроза. Обращение к специалистам традиционной медицины ничего не дали. Обращались уже во многие медицинские учреждения. Проблема наша на данный момент пока не решена. Вот решили обратиться к Сергею Владимировичу. Сергей Владимирович – один из крупнейших специалистов в Твери по иглоукалыванию, по китайской методике. Согласно ей, на теле человека имеются определенные зоны – точки, отвечающие за деятельность того или иного органа. Воздействием на эти точки путем акупунктуры можно лечить даже те недуги, о которых человек и не догадывается. То есть он начинает чувствовать свою основную проблему, которую скрыт, который он чувствует, и вот таким воздействием мы как бы скрываем этот скрытый очаг, и оздоровление происходит более интенсивно. Уникальная возможность опробовать на себе целебную силу акупунктуры дочь Елены Ивановой смогла благодаря акции, которую проводит клиника Оригитея. Золотая игла за 500 рублей. И это не фигура речи. Считается, что золото аккумулирует в себе негативную энергию, поэтому после процедуры использованная игла ломается и идет на переработку. Иглы переплавляют и делают новые. Игла идет в переплавку, практически расходников нет, только труд ювелира, ну и наши, соответственно, все стерилизационные моменты. Поэтому эта программа, конечно же, делается с большой скидкой, чисто по себестоимости, для того, чтобы просто дать нашим жителям Твери такую уникальную возможность. Акция «Золотая игла» за 500 рублей продолжается и в наступившем году, с которым клиника Оригитея поздравляет всех своих друзей.